поехали на пляж. Нам посоветовали именно этот поселок, называется Семиис. Сказали, здесь чистая вода всегда, немного людей. Ну, действительно так. Вот приятно были удивлены, что с пляжа такая красивая картина открывается на гору Айтилетри и на Зубцы. Мои вот тут вот плещутся на рыжкинские камни, пляж называют. Вот такие живописные камушки. Такая маленькая бухточка, вот это и все количество людей. Нарышкины камни, пляж, поселок Семиис. Отдыхаем. Владлена Валерьевна принимает омолодящую ванну. Я сижу, балдею от маленьких рыбочек. Вот моя обувь. И вон они плавают. Смотрите, сколько! А сейчас я покажу вам то, что никто еще не видел. Посмотрите, пожалуйста, как плывет рак-отшельник. Вот, тихонечко. Вот рак, видите? Вот ракушка, и она, видите, переползает. А если мы ее возьмем... то увидим там. Ой, спрятался он. Ты их не поймаешь. Они очень быстро плавают. Видела, какой рак-отшельник? Владлена Валерьевна медитирует. Вокруг нее плавают рыбки. Куча еще маленьких рыбок плавает. Единение с природой. А там еще, смотрите, кто ползает.